Проблемы транспортной доступности населения. Сегодня эту тему обсудили на совещании в Малом зале Дома правительства Карачаево-Черкесии. На нем подготовили вопрос подготовки программы транспортной доступности сельских поселений. Что послужило поводом для рассмотрения данной темы и к какому согласованию пришли участники встречи, расскажет Альбина Ламкова. Совещание по вопросу подготовки программы транспортной доступности сельских поселений прошло с участием всех заинтересованных сторон. На встрече рассказали о насущных проблемах поднятой темы. Мотивом ее обсуждения послужило поручение главы республики Рашида Тимрезова, данного в ходе прямого эфира с жителями региона. По просьбам жителей несколько раз наше автотранспортное предприятие шло на встречу тоже. Мы запускали этот маршрут, но в неделю 1-2 человека. То есть собственник не соглашается тратить средства. Село Косово-Греческое, оно находится в 14 километрах от районного центра. Пытались выставлять аукцион этот маршрут. Так, ни одной заявки, каждые там полгода выставили. А средства предусматривались на возмещение? Да. Представители муниципальных образований, городских округов, владельцы автомобильных дорог субъекта подготовили доклады. Предварительно был проведен анализ о количестве остановочных пунктов и местах их расположения. Рассказали об организованных регулярных автобусных маршрутах, не имеющих транспортное сообщение с административным центром. У нас срок до конца марта месяца. Поэтому и по регулярным муниципальным маршрутам и по остановочным пунктам нам нужно в течение первого квартала отработать и доложить главе о проведенной работе. Данных сроков, по-моему, вполне достаточно и для проведения конкурсных процедур при необходимости. Либо, может, какие-то корректировки в существующие графики мы можем внести. Все участники совещания пришли к заключению о том, что в любом случае транспортные услуги должны быть доступными. В этом направлении необходимо проводить работу и по информированию населения о расписании движения автобусов в сельских поселениях республики. А также были внесены актуальные предложения по совершенствованию работы по проблемам транспортной доступности населения. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия.